Семья Кондратьевых ждала этого момента полгода. Их главный защитник, полицейский, инспектор патрульно-постовой службы Александр Кондратьев 6 месяцев провел в командировке на Северном Кавказе. Встречать мужчину пришла супруга с детьми и отец. Ждали, конечно, да, переживали. Но уже не так, как первые времена, когда были первые командировки. Сейчас уже как-то все постепенно улеглось в душе. Ну, слава богу, все закончилось нормально. Так что рады. Дочку подарки приготовил, сюрпризы к приезду папы. Что приготовил? Рисунки, наклейки, татуировки всякие. Несколько минут перед встречей, после долгого расставания, самые томительные. Ой, вон папа, 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 по семье очень. Каждый, я думаю, скучает по своей семье, по своим родным, близким, тем более вот по детям. Это самые-самые трудные в любой командировке. На плацу управления МВД России по Пензенской области встречают полицейских, которые выполняли свой служебный долг вдали от дома. На Северном Кавказе правоохранители следили за порядком, патрулировали территорию. Выражаю благодарность вашим семьям за то, что нашли в себе мужество и терпение поддерживать вас в период длительного отсутствия. Сейчас, чтобы не тратить ваше время, прибываете в места постоянной дислокации, сдаете оружие, боеприпасы, докладываете о прибытии и дальше действуете по плану ваших командиров и начальников. Представители нашего региона регулярно отправляются в командировки на Северный Кавказ. Сменщики этих полицейских прибыли на место несения службы несколько дней назад.